видео. Ну, сейчас. Мы приехали на фуникулёре. Поднялись справа мечеть. Красивый вид. Панорамный. Так, это у нас... Дальше у нас вечный огонь, память погибшим. В 90-е годы черный январь был. Страшное событие, конечно, вообще, когда люди погибают. Память о тех событиях. Так, горит огонь. Очень ухоженная, красивая территория. Видно, как пламя на песке. Да, такая территория ухоженная. Очень все складно. То есть если ты пришел в какую-то зону, то есть в какую бы ты сторону ни посмотрел, везде какая-то или достопримечательность, или красота. То есть невозможно быть на одном месте. Хочется попасть и увидеть все места. Но эту зону посмотрели. Еще один памятник. Птички поют.
героя. Почему? Это же часть этого места. Наверное, она одна из главных частей. Сколько погибших. Да. Вам герои. Вечный огонь. Под куполом.